Авторитетные мостостроители из Фейсбука спрашивают, почему не отремонтированы поперечные балки. Объясните, пожалуйста, разницу между поперечными балками и ригелями. Почему вместо оцинкованного ограждения поставлено неоцинкованное? Почему вместо 3 аварийных балок не отремонтировано 16 аварийных балок? И чем аварийные балки отличаются от неаварийных? Что такое таргетирование? Где применялась углеродистая лента? Какие проблемы с подводной частью моста? И почему под мост вы не запустили водолазов?